Привет, с вами Fashion TV и я, Аделина Шарипова. Сегодня легендарный журнал InStyle откроет свои двери как Celebrity Lounge. Лучшие стилисты и визажисты создадут неповторимые образы для наших актрис, в которых они будут блистать на красной дорожке, а также на всех светских мероприятиях главного кинофестиваля страны. Не переключайтесь, Fashion TV покажет вам все самое интересное. В 2018 году, конечно, все переходят на такие радикальные меры. Нити уже все эти перепробовали, очень мощную физиотерапию перепробовали. И, собственно говоря, конечно, формулы мезотерапевтические сейчас очень активные с пептидами, тоже имеют очень большую востребованность. Но я думаю, что все это будет в тренде оставаться. Тем не менее, биоплацентарное направление, то, чем занимается наша компания, в период перекрестного года России и Японии, особенно когда японские партнеры к нам приезжают с большим количеством новых программ и новых препаратов, мы сегодня их здесь тоже демонстрируем отчасти, я думаю, что это будет тренд этого года, поскольку они нам покажут очень много таких замечательных фишек, которых мы еще не транслировали и не показывали нашим покупателям. Как всегда, выглядеть свежо, прекрасно и излучать позитивную энергию. Да, во-первых, нужно пить много воды, во-вторых, нужно использовать увлажняющий крем и вот такой заряжающий лосьон, который хранится на дверце холодильника. Он пробуждает, заряжает кожу и делает ее максимально молодой. Мне здесь очень нравится. Я первый раз в Москве, и здесь все отлично. Я очень жду просмотра фильмов. Будет много классных фильмов, и хочу пообщаться с людьми, которые сюда приедут. Будет очень впечатляющий, такое роскошное платье, греческое практически. Конечно, мне нравится российский кинематограф, и внешность у меня, по-моему, тоже вполне подходящая, похожа на россиянку. Сейчас у нас наступает долгожданная весна, и самый яркий акцент, который мы сегодня делаем, это яркие и матовые губы. Этот тренд захватил подиумы уже несколько сезонов, и он по-прежнему властвует над нами. Итак, модная Москва сегодня в матовых и ярких оттенках. Сегодня мы подчеркиваем яркие глаза, мы делаем акцент на сияющих стрелках, удлиняем линию ресниц для выразительного и пленительного, я бы сказала, акцента. И, конечно же, сияющий хайлайтер. Косметика марки Sisley известна в первую очередь своими уходными средствами. Сегодня мы делаем акцент на макияже. Макияж – это всегда продолжение ухода. Это фитокомпоненты, которые поддерживают вашу кожу не только в прекрасном состоянии с точки зрения лука, с точки зрения мейкапа, но и с точки зрения здоровья. Я считаю, что самый сексуальный российский актер, который играл у меня в фильме, именно талантливо, я бы очень хотела работать. А я очень обожаю Тимофея Трепонцева. Когда я еще не стал актрисой, только начинающая актриса была, я уже, ну, он уже мой был кумир. Да, кумир хвалит. Знаете, все не разные. У кого-то будет просто хвост и гладкость и блеск. У кого-то будет голливудская волна. У кого-то будет просто объемный пучок, то есть вот, легкость. Все в таком стиле. Легком. Самое главное, ходить к профессионалам, да, то есть к мастерам. Профессиональный уход должен быть. И помните, что три средства для волос, это шампунь, бальзам, маска, должны обязательно быть у любой девушки, женщины. Это будут шикарные блестящие волосы всегда. Расскажите о вашем луке. Кто это, что это и почему именно он? Сегодня я решила выбрать практически Total Look Etro. Вот такой роскошный шелковый комбинезон цвета фуксия. Вы сами понимаете, весна. Актуально. Она в душе и хочется какой-то яркости. Здоровый сон – это так актуально. Побольше спите, если есть такая возможность. А вообще, главный бьюти-совет – любить себя и хорошее настроение, и гармония внутри. И тогда все будет.
Будучи экспертом в вопросах звездного стиля, журнал InStyle традиционно принимает участие во всех мировых кинособытиях, а на своих страницах показывает удачные образы знаменитостей. Celebrity Lounge помогает гостям завершить свой образ перед выходом на красную дорожку, предоставив им украшения шапард, прически, макияж, а также бьюти-процедуры от известных мировых марок. С вами была я, Аделина Шарипова. I love Fashion TV. 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 I love Fashion TV.